А у нас все на месте. Никита, Стас, Гена, Дюша, Метелкин. Короче, Женя Ифанов, наш школьный Марк. Скайлайн 32-й, Ваньки. Джамбик. Моя Сильвия. И Чарли. Хабаровский к нам присоединится Серега Контеев. Ну и вот какой-то лишний. Это Леха Передерей на нем будет дрифтить. Ну все, всех закатили. Вроде поместились. Кого-то пришлось разобрать. Кого-то не стали. Ну и осталось место для Контея. Всем добрый день. Короче, что, автовоз загрузили полностью. Наши ласточки стоят боевые. По нашим ласточкам. У меня новые мозги, турбина. Макс сделал вещи. Дима на Сильвию тоже прикрутил. Джамбика тоже стелсами настроили. Сотик боекомплектный готовый. Ну а Н, его надо будет настраивать в Москве. Этим мозгом никто не может управлять. Короче, автовоз трогается сегодня. Пацаны уедут, Серый с Димоном, они поедут дня через два. А я уже прилечу там после 25-х чисел, как самый наглый, на самолет. Так, ну этот ждет своей очереди, он поедет с нами на прицеле. Автовоз загружен, утром выдвигается в Хабаровск. И вкратце хочу рассказать. Так, ну мой сотик, это самый гражданский сотик, он на стоке. Женя Ифанов у нас на первом джее, на 35-ке, на стелсах. Мы сейчас двигаем плотненько стелс. Отличные мозги, отличный подход, отличная настройка. Джамбика тоже на стелсе настроили. Ну, Skyline, так как на РБ, стелс еще не ставили. Энгу, ну, у него все мотек, поэтому мы поставили ему мотек. И Сильвия моя тоже будет на стелсе. И скоро стелс будет доступен в Москве с нашей установкой, с настройками. И 110, он тоже вчера еще поднастроили его плотненько, тоже на стелсах. Так что мы все на стелсах. Стелсу спасибо. Максу за настройку огромное.